Торжественная встреча прошла в Горках 2 в Доме молодежи. На этот раз в здании, залы которого постоянно радуют концертами и театральными постановками, собрались учителя. Мы очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение. И мы рады очередной встрече с вами. Соскучились. С инициативой присвоить БОД звание почетного жителя района выступил Андрей Иванов. Глава отметил, что сейчас система образования Одинцовского района одна из лучших в Московской области. И колоссальная заслуга в этом принадлежит гильдии Александровне. Когда был вопрос вынесен на Совет депутатов о присвоении вам почетного звания, я как бы была очень рада. Это так, действительно бы или рада? Рада. Я была очень рада. За полвека работы БОД и ее коллеги наблюдали изменения не только в образовательных программах, но и в административных вопросах. Так, на встрече вспомнили об актуальной проблеме – вторых сменах в одинцовских школах. Вот сейчас ругают, там вот школа вторая смена. Я не помню Одинцовский район без второй смены. Всегда была вторая смена. Только когда-то она увеличивалась, количество ребят во вторую смену, когда-то уменьшалась. Опыт прошлых лет вселяет некоторый оптимизм. Гильда Александровна привела в пример успешную ликвидацию очереди в детские сады. Сейчас действительно большая активная застройка идет, поэтому, конечно, со школами немножечко отстают. Но я думаю, так же, как с детскими садами. Ну, на 95%, я думаю, на 95% справились с этой задачей. В районе постоянно рождаются новые инициативы, которые опираются на огромный опыт профессионалов высочайшего класса, таких как Гильда БОД. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».